Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня, через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальное количество лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и... Всем приятного просмотра, не забываем поставить лайк. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. Добро пожаловать в нашу новую серию. И что мы сейчас будем делать? Мы будем нафиг заканчивать уже этот сезон как можно быстрее. Так, во-первых, ребята, наше яичко уже практически треснуло. И что нам нужно сейчас делать, ребята? Я так подумал, давайте-ка мы попробуем заспамнить Пурригона. Я не знаю, что с этого получится. О, это что еще было? Ага. Я не знаю, что с этого получится. Ну, давайте. Попытка не пытка. Сейчас, ребята, мы посмотрим. Честное слово, я не знаю. Я не знаю, что с этого получится. Берем редстоунчик. Нам нужно сделать лампы, да? Ух, ребята, как-то я боюсь, если честно, что это не получится. Потому что если не получится, то реально жопа будет. Вот так давайте. Фу. Ну что, ребята, делаем. Вот у нас вот это. Ух, я не знаю, честно, сколько тут нужно. Но давайте около 10 сначала сделаем. В принципе, редстона у нас не так уж и много. 12, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15. Вот так. Опа. Так, у нас там еще есть, да, вроде редстоун. Опа, это кто у нас там? Дактрио. Не нужно нам Дактрио. Так, в принципе, Дактрио нам реально не нужно. Там у нас Басяндра. Дрифлун. Я не знаю, честно, ребят. Давайте мы пока что не будем уже по этому поводу отвлекаться, так как, ну... Почему я на так... Ага. Не будем уже по этому поводу отвлекаться. Нам уже как-то это не так уж и важно, если честно. 4, 4, 5, вот так. Вот. Ребята... Я уже подготовил пластины. Вот они. Сейчас нам нужно будет... Так, сейчас, одну секундочку, ребята. Сейчас, ребята, нам нужно попытаться его заспанить. Кстати, если вы заметили, то я уже подготовил 4 блока для Mewtwo. Давайте его выложим сначала сюда, чтобы, ну, не засорять себе место в инвентаре, да? Пурригон написан. Болов у нас, конечно, толком нету. Ну давайте, ладно, попробуем. Если словим, будет очень круто. Если нет, я не знаю, честно. Если он вообще заспавнится, по сути, да? Так, это сюда, это сюда. Это сюда, редстоун сюда, сюда. Ну что, ребята, сколько у нас? У нас максимум может получиться 20. 18. 19. Так, сейчас распределим. 20. Потопали. Да, уже заспанился. Охренеть. Пурригон. Не, ребята. Не заспавнился Пурригоша. В предыдущей версии это работало, а в этой версии, как я вижу, что-то не работает. А прикиньте, если они вообще его спавн отключили. А давайте, чтобы не париться. Мне кажется, ребята... Ну, они же пудрят с этими фигнями вот всем. Давайте даже выкинем 3 алмаза. Да, пофиг уже, если честно. Уже конец сезона, уже хочется как можно быстрее вот это все закончить. Делаем, ребята, Пурригошу. 1, 2, 3, 4, 6 стаков алюминия. Попробуем вообще сделать, ну, делается ли он вообще, да? Если да, то будете знать, ребята, какой рецепт. То, что 20 компьютеров не хватит, а нужно намного больше. Будете знать рецепт. И да, лампы. Ну что, ребята, давайте делаем. Давайте попробуем сейчас. То есть, если все-таки он заспавнится, то будете знать, как это все работает. Если не заспавнится, значит, отключили его спавн. 1, 2, 3. Не, ребята, мне кажется, они отключили вот это. Поке... Поке спаун
Пори... Я правильно написал? Правильно написал. Не, ребята, мне кажется, это действительно просто не работает. Вы видите, что на карте, на карте он не показывается, что его по сути нету. Если бы был, то он бы заспавнился где-то возле нас. Так же, как было в предыдущем сезоне. Кто смотрел, то помнит, да, то, что когда мы его сделали, то он заспавнился около нас. Но не, ребята. Это, наверное, просто-напросто они вот это выключили. Но у меня почему-то такое ощущение, что это не работает. Не знаю, давайте еще раз попробуем, но... Попробуем, ладно. Что уж такого, да? Если нет, то тогда просто-напросто выдадим себе Порygon'а, да и все, ребят. Я думаю, все со мной будут согласны, никто не будет против, никто меня не будет называть читером, потому что видите, что спавна Порygon'а нету. Если в предыдущем сезоне, на предыдущей версии он присутствовал, и что можно было, был единственный способ сделать Порygon'а, это вот так, с помощью крафта компьютеров, то сейчас, ребята, как видите, его просто-напросто отключили. Вот я еще раз даже покажу. Не, ребята, видите, на карте его, то есть он не спавнится, не. Мне кажется, действительно просто так отключили. Нет у него, ребята. Поэтому обычный способ. Pokegive Porygon Level 1. Все. Другого способа просто-напросто не существует. Вы видите, что в предыдущем сезоне мы с первого же раза у нас заспавнился Порygon, и мы еще потом вроде еще парочку раз так пытались его заспамить, и он каждый раз спамился. То сейчас мы заспамили его 3 раза и крафтили по одному стаку компьютеров, и он, ребята, не спамится. Мне кажется, это действительно просто нету такого. И, можно сказать, что они просто-напросто удалили вот этот спаун, и его нету. Ладно, давайте тогда... Эволюционируем Порygon'а. Кто не знает, как это делать, у него вроде 2 эволюции идут через обмен. То есть по-другому никак. Но я раз... Нам еще, точно, ребята, нам еще нужно прокачать, потом будет Снизала. Спасибо, кто мне сказал, что у него есть эволюции. Я услышал, я понял, у него есть эволюции, потом мы прокачаем. Вот эта шапочка эволюционирует Порygon'а. И вот эта шапочка эволюционирует Порygon'а. То есть у него есть 2 эволюции, ребята. Я еще просто думаю, какая шапочка в первую очередь идет. Не знаю, честно. Сейчас, дайте-ка я вспомню. Хрен. Так, сейчас, я еще хочу что-то посмотреть. Раз, нет. Сейчас, гемодик. Я еще просто одну шапочку хочу посмотреть. Разорфанг. Наверное, вот это. Мы с помощью этой шапочки эволюционировали Глейгора в Глайскор. Вроде с этой, да, ребята? Вроде с этой. Ой, это сюда. Вроде с этой. Разор. Ну, точно не с этой. С этой, наверное, да. Ой. Дюб. Ну что, ребята? Тогда давайте, в принципе, и Снизала эволюционируем. Я думаю, что с этой шапочкой. И потопали. Как эволюционирует Порygon? Вроде первый раз он эволюционирует, когда ты отдаешь вот эту. Я не помню, честно. Да тут, если честно, пофиг, какую шапку последовательно отдавать, но вроде вот эту. Или даже диск. Короче, отдаем вот эту, да. Удаляем нашего Порygon'а. И выдаем себе так. Кто там дальше идет по счету, ребята? Порygon 2 или Порygon Z? Вроде Порygon 2. Порygon 2. Вот он, ребят. Да, Порygon 2 идет по счету. Вот он, ребята, Порygon 2. И следующая эволюция у него идет уже через эту шапочку. Мы тоже опять удаляем вот этого Порygon'а. У нас нету трейд-машин, ребята, поэтому не смотрите. Я играю один. А эти эволюции происходят через трейд-машину. Кто не смотрел меня, кто только присоединился, может так сказать, или недавно подписался. У нас нету трейд-машины. А трейд-машина — это когда 2 человека обмениваются. У нас ее нету, я не могу ни с кем обменяться. Да и нахрена мне идти, включать второй компьютер, запускать второй компьютер, сидеть за 2 компьютерами, передавать с одного компьютера на другой компьютер покемонов, если можно просто-напросто удалить покемона, отдать шапочку за этого покемона, которая, в принципе, нуждается, и взять себе того же покемона. И взять себе следующую эволюцию этого покемона. То же самое, такой же и результат бы был, если бы мы взяли через 2 компьютера поменялись, но просто мы себе, во-первых, избавляем себя от этих
лишних затрат времени, да, что мы будем вот этой хренью заниматься, это во-первых. А во-вторых, мы просто избавляем себя от каких-то вещей, которые просто-напросто будут запаривать тебя, затрачивать время будут, это во-первых. И во-вторых, ну, в принципе, ну зачем просто-напросто заниматься хренью, если это можно за 2 секунды сделать и все. Я, ребята, честно, это не очень понимаю, кто мне говорит, что, мол, иди там, Эдисон, возьми второй компьютер, это читерство, что ты себе выдаешь в следующей эволюции покемона. Я удаляю старую, плачу за новую шапочкой, которая должна быть, и беру себе новую. Ребята, все тут честно. То, что я через компьютер не меняюсь, но извиняюсь, то есть, в чем смысл, да? И Porygon Z. Это последняя эволюция. Вот он, ребята. Porygon Z. Только знаете что? Давайте его удалим и возьмем себе начальный уровень. Первый уровень, чтобы не говорили, что вот Эдисон, мол, сразу там себе 30-й взял. Первый уровень, все. Замечательно. Гейммод 0. Porygon'а мы выкладываем. И вместо Porygon'а давайте сначала возьмем Снизла. Вот сюда. Да. Круто, его мы прокачаем ночью, а сейчас, сейчас давайте выкинем 10 вещей за Блисси, у нас еще есть 10 Блисси в этой серии, Вайлмер у нас уже практически, точно, смотрите, ребята, кого нам еще Тирога нужно выдать себе, давайте, ну, в принципе, давайте в следующей серии выдадим. И знаете, какой еще покемон существует, спасибо, кто мне сказал про этого покемона, потому что, если честно, я вообще не знал, на букву К, Покеспан К. Квилфиш. Квилфиш. Ребята, почему мне никто вообще не сказал про этого покемона? Я вообще не знал, что он существует нафиг в этой версии. Честное слово, ребята. А вы, заразы, никто мне не сказал то, что вот Эдисон, еще вот этот покемон есть. Иди и слови его. Я честно, ребята, честно, я сам не знал. Не знаю, может, вы тоже не знали, но... Вот я не знаю, есть ли у него спавн, ребята. То есть мне сказали про его существование в этом моде, но я не знаю, есть ли у него вообще спавн и вообще спавнится ли он. А, просто лишний раз нам не помешает полетать, так как вы видите то, что яички у нас должны треснуть. А, это, в принципе, сейчас займет какое-то определенное время. Я надеюсь, что они трескаются, когда ты летаешь, а не когда ты бегаешь. Да, если даже бегаешь, что, в принципе, давайте мы тут тогда немного побегаем. Я в последнюю секунду успел надеть эту шапочку. Ах, не шапочку, а джетпак. Охренеть, если бы я не успел, то мы бы опять разбились. Фу. Так, ладно, ребята, в этой серии мы как можно быстрее постараемся прокачать всех своих покемонов, чтобы к 130-й, 100, нет, 130-й вряд ли, 135-й серии, чтобы мы уже смогли закончить сезон. Джинкс один уровень остался, Вайлмеру, ну, в принципе, тоже, наверное, немного, да, вот уже эволюция. И что, спасибо тоже, кто мне сказал, то, что мы в предыдущей версии, в предыдущей серии мы же себе Кинга сделали с помощью шапки, да, обмена. Я себе выдал обычного Кинга, то есть не Шайни, а у нас же Шайни должен быть. Я его как раз, ребят, поменяю, спасибо за то, что мне напомнили, потому что, честно, я не знал. Ну, не то, что не знал, я забыл. Вайлорд, ребята, смотрим на него, Громилу вот эту нафиг. Его лучше в воду кидать, но пока он туда нафиг долетит. Вот он, где-то там плавает. Джинкс. Джинкс, ты у нас другая по счету. Точнее, сейчас ты идешь. Мы отсюда не уйдем, я так думаю, пока мы тебя не прокачаем. И также, наверное, окей, вот. А, также, ребята, нужно, да твою мать, дожидаться ночи, чтобы эволюционировать Снизла, да? Но, по сути... Снизла нужно еще будет докачивать, потому что он сейчас 40-й уровень. Когда он эволюционирует, он будет, ну, наверное, 41-м уровнем, да? И нужно его будет докачивать до 45-го уровня. Ну, ничего, то есть, ребята, мы тут и бегаем. Это круто то, что мы бегаем, потому что трескаются яйца. Джинкс, трескаются яйца. Это так иногда двухсмысленно нафиг звучит. Снизил, ну, в принципе, все. Смотрите, Вайлорда мы прокачали. Мы прокачали Джинкса. Два яйца осталось. И Снизил эволюционирует ночью. Поэтому мы сюда, ребята, придем ночью и прокачаем еще несколько уровней нашему Снизилу. Это уже типа сейчас темнеть будет. Ну, наверное. Ребята, Райкваза
честно. Мы, наверное, выдадим себе Райквазу в последней серии, если она до тех пор не заспавнится, потому что, ну, я видел там Жанни, извиняюсь, пропустил. Ну, ребята, вы сами видите, что творится с этой Райквазой, и шанс, что она вообще заспавнится, никакой. Так, это сюда. Два яичка, замечательно, замечательно, замечательно. Ну все, смотри, одно яйцо у нас уже практически треснуло. Осталось другое. Я надеюсь, что оно нас пощадит в какой-то степени и не будет долго трескаться и треснет как можно быстрее, чтобы мы к 135 серии уже постарались закончить сезон. Сейчас, пока идет закат, мы немного тут побегаем, как вы сейчас можете заметить, потому что лишние там 500 блоков, которые мы пробежим или больше, нам не помешает. Есть шанс, что яйцо еще больше треснет. Не, ребята. Ну, вы видите, что с этой Райквазой ни хрена не получится. То есть это еще редкостная зараза. Поэтому вряд ли, честно, ребята. Честно, вряд ли. Я не верю, ну просто я вам честно скажу, я не верю в то, что она вообще когда-то заспавнится. Не верю, просто-напросто не верю. Гипно. Так, ладно, гипно не будем, зачем? Не, ребята, с этого ни хрена не получится, с этой Райквазой. Это у нас Magikarp. Ладно, возвращаемся. Возвращаемся на наш остров. И сейчас мы прокачаем нашего Снизла 5 уровней. Может, к тому времени уже. Яйцо треснет. Но, в принципе, мы пойдем домой. Потому что у нас еще осталось 10 Блисси, ребята. Мы еще 10 Блисси убьем, но это уже на новых покемонах. Может, к тому времени действительно, говорю, треснет яйцо, и мы уже кого-то прокачаем, кто выйдет с яйца. Я не знаю, кто там, вроде Манчлакс или Клаффа, хрен его знает, честно. Я уже забыл. Но все-таки я надеюсь, что Снизл эволюционирует. Что это вообще вот эта шапочка? Потому что если не это, значит в этой серии мы его не прокачаем. Нет, это не эта шапочка. Ребят, какая это шапочка? Честное слово, я не знаю. А ну сейчас, секунду. Нет, ребята, это не эта шапочка. Это должна быть... Где она? Где она? Блоки, блоки. Вот. А это вот эта шапочка должна быть. Честное слово, ребят, я извиняюсь, я просто ошибся. Я думал, что вот это. Но ничего такого страшного. Сейчас еще его прокачаю. Мы же его не перекачали. А мы сможем сейчас его просто-напросто взять и опять докачать. Нам и так его остается прокачать к 45 уровню. То есть еще 4 уровня. Я не знаю, честно. Блисси. Ну... Зачем тратить на него Блисси? Лучше мы сейчас еще немного побегаем. И, в принципе, даже когда мы уже его докачаем, пойдем на Блисси. И лучше на Блисси уже прокачаем каких-то других покемонов. И да, вот эволюция Снизла Виавайля. Виавайля, да. Ну, Виавайла. Да пофиг, если честно, то есть... Это уже сейчас все равно, ребята. Мы его эволюционируем, идем домой, выкладываем целых 3 покемонов. Кто у нас будет? Майнун? Кинг? Кто у нас там еще есть, кого мы не прокачали? Ну, кто-то там еще есть, если честно, но... Кто-то еще есть, ребят, честно, я не знаю. Ну, и плюс к тому, ребята, нам еще нужно, наверное, в следующей серии мы этим займемся. Мы... Пропал, ну стоял перед нами, я кинул своего Драгонайта в другого Драгонайта, и он прям в ту же секунду нафиг испарился. Да твою мать, ты что, издеваешься? А, он тут. Или он просто-напросто куда-то ты пэхнулся нафиг. Я его, честно, ребят, как-то не заметил. Ух, ни хрена себе алмазиков тут выпадает. Это крутая точка фарма, вот так фармить. Дайте-ка я тут лучше шейдеры выключу, потому что я боюсь, что вам ни хрена не видно. В принципе, мне толком ни хрена не видно, да? А не то, что вам. Еще осталось 2 уровня, ребята. И мы идем выкладываем и берем новых покемонов. Было бы круто, честно, если вот это яйцо бы уже треснуло наконец-то. Потому что оно уже запарило. Ну. То есть оно уже практически. Вот на таком уровне оно уже должно скоро треснуть. Но то, что с другим яйцом, другое еще даже не начало, ребята. Поэтому это не очень круто. Нужно будет еще с этим повозиться, как я вижу. Так, вот, 45 уровень.
Замечательно. Вот сейчас, смотри, сколько нормальных покемонов, которых бы можно было бы словить. Что по поводу с этим покемоном? Что это за троллинг нафиг? Как вообще возможно? Мы до сих пор летали тут, не знаю уже сколько ночей, никто не спал. Сейчас взяла и два покемона заспанилась. А вот, Лугия. Вот смотрите, какой тролль нафиг. Лугия. Две Лугии заспанилась. А сейчас мы пойдем... Лугия, иди ты в жопу нафиг. О, все, больше уже никто не спанится. То есть такая определенная точка, где спанятся две легенды, и больше никто не спанится. Так же, как и было с Элби, потом так же, как с Киограм было, теперь так же, как с Лугией. Смотрите, ребята. Главное, со всеми покемонами такое происходит. То с теми, кто нам нужен, с Райквазой это почему-то не происходит. Вот твою мать, честное слово, ребята. Да хрен тут кто-то заспанится, честно. Плюс тому сейчас не время, чтобы она спанилась, это ночь. Я не знаю, честно, ребята, что с этой Райквазой. Я говорю, наверное, не в следующей серии, а в последней серии. Опа! Да! Наверное, в последней серии мы просто-напросто возьмем нахрен и выдадим ее себе, да и все. Ребята, Манчлакс. Да, получился. Фух. Сейчас нам осталось Клефа и все. Так, зачем я беру Снорлакса, чтобы его просто-напросто удалить? Вот так. Манчлакс. Так, ну что, ребята, выкладываем. Шестой бокс. Выкладываем Вайлорда, берем Пуригона. Выкладываем Джинкс. Берем. Я не знаю, честно. Берем мистера Майма. Выкладываем Виавайля. Берем Кинга. Вот так. Нормально. Давайте тогда рассортируем. Это сюда. Это сюда. Угу, угу. Корсолу точно, еще Корсолу прокляли. Ну и Майнуна тоже. Тоже нужно взять. Ну, пока что все, пока что нормально. Клифери можно уже удалять, то есть, если мы сделаем Клефу, зачем нам Клифери, да, ребята? Ну, в принципе, все тогда. В принципе, тогда все, ребята, на этом мы уже будем заканчивать. В следующей серии мы, наверное, уже себе постараемся Мью сделать, точнее, Мьюту, прокачать покемонов, и 10 Блисси мы перекладываем на следующую серию. В следующей серии, не забывайте, ребята, мы убьем 20 Блисси. 20. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, не забываем ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте в нашу банду крутых перцев, все, что от вас требуется, просто на меня подписаться. Также, ребята, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то выходит новая серия, а если мы на этой серии набираем 700 лайков, то следующая серия будет длиться 40 минут или даже, может, около часа. Если хотите длинную серию, ставьте лайки. Еще раз, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.